Сегодня на детальном обзоре черные крючки для скрытого карниза. Крючки от компании Люмфер, но подходят они в принципе к любому карнизу. И карнизу от компании Флекси, и карнизу от компании Парсек. Просто есть какой-то дефицит с черными крючками, и теперь они есть в маркете потолков в наличии. Меня зовут Сергей, погнали в детальное рассмотрение. Я покажу вам комплектацию этого классного пакета с черными крючками. Погнали вниз. Готовил три варианта крючков. Это классический крючок от пластиковой шины. Широкий крючок Парсек. Профиль ПК-5. И безроликовый Люмфер. Ну, так выглядит стопор. Обратите внимание. Сейчас на примере профиля СК-02 продемонстрирую, насколько по высоте крючок. Его видно точно не будет. И стопор. Плюс данного стопора то, что здесь тоже можно штору зафиксировать на такую петлю. Возле самого края, соответственно, карниза. Также подходят другие профильные системы. Вот Парсек, фиксатор и, соответственно, сам крючок. Где же актуальное применение данных крючков? Конечно, с профильными системами компании. СК-01, СК-02. Мини-карниз, универсальный карниз, профиль УК. Также можно устанавливать и в скрытые карнизы других производителей. Парсек, Флекси, все устанавливается без проблем. Отправка в любой регион России, любой транспортной компании. Меня зовут Сергей. До новых встреч и делайте потолки с любовью качественно.